Всем привет! Задумывались ли вы когда-нибудь, как работает и устроен монетоприемник? Вы кидаете пару монет и вам наливается чашечка кофе. Но что происходит до этого? Ко мне в руки попал один из вариантов монетоприемника и у меня есть возможность его сегодня разобрать. Интерфейс взаимодействия с внешними устройствами настроен как параллельный. Каждый из шести каналов отвечает за свою запрограммированную монету, и при ее удачном распознавании посадит напряжение на входе канала на Землю через переход коллектор-эмиттер внутреннего транзистора монетоприемника. Получим короткий импульс логическим уровнем 0 вольт и длительностью 100 мс, которая настраивается через сервисное ПО. Напряжение с необходимым логическим уровнем необходимо подать через соответствующий резистор. Считав количество импульсов на всех каналах и просуммировав, зная какой номинал монеты привязан к каналу, можно узнать общую сумму. Всего можно запрограммировать до 6 монет в базовой версии по каналу на монету. Пин номер 6 позволяет запретить работу монетоприемника и не принимать монеты. Присутствует колодка из 6 DIP переключателей, которые отвечают за номера задействованных каналов, а также с помощью них программируется монетоприемник. Подключение к ПК выполняется по UART через 6-пиновый разъем. Есть сервисное ПО, где можно настроить длительность импульса после распознавания монеты, тип интерфейса, выполнить диагностику и другое. В зависимости от того, распознана ли монета, у нее два варианта пути. Алгоритм обработки монетоприемника может быть следующим. Вешаем каждый канал на отдельную ногу микроконтроллера с прерыванием по нисходящему и восходящему фронту. На соответствующих пинах включаем подтяжку. В обработчике прерывания по нисходящему фронту запускаем таймер для контроля длительности импульса. Определяем номер канала, который вызвал прерывание. Останавливаем таймер по восходящему фронту. Сравниваем длительность импульса с требуемой. Если совпадает, увеличиваем счетчик монет на номинал канала, вызвавшего прерывание. Давайте разберем и посмотрим, что внутри. Плата покрыта лаком, распознавание основных микросхем затруднительно. Имеется три индуктивных датчика в виде катушек индуктивности, помещенных в ферритовый магнитопровод. И три инфракрасных светодиода, установленных в ряд на одном расстоянии и направлены внутрь монетоприемника. С помощью них можно контролировать прохождение монет через монетоприемник. Определять момент измерения для индуктивных датчиков. Определение диаметра под вопросом, хотя заявлена эта функция. Светодиоды расположены практически по прямой, на одинаковом расстоянии. Если закинуть монету, то высота тоже примерно одинаковая. Но зная время, за которое проходит монета между отверстиями и расстояние между отверстиями, можно что-то вычислить. Ниже расположена еще парочка ИК светодиодов с приемниками, установленные до и после электромагнита, который срабатывает при удачном распознавании монеты, когда монета соответствует одному из задействованных каналов. ИК-передатчик и приемник установлены на одной стороне благодаря отражающей пластине на противоположной стороне. Катушки имеют разные параметры по намотке и сечению провода. Сопротивление катушек на плате должно быть 10, 50 и 20 Ом. Не выпаивая катушки, эти значения немного ниже. С обратной стороны еще три катушки запаяны на шлейфе, расположены напротив катушек, которые установлены на плате и также имеют разные параметры. Вместе с ними распаяны три ИК-приемника. Если смотреть сопротивление тестером, то сопротивления должны быть в районе 20 и 10 Ом. Работа индуктивных датчиков основана на изменении амплитуды колебаний генератора при внесении в активную зону сенсора металлического ферромагнитного магнитного материала. Генератор вырабатывает синусоиду, которая подается на катушку с сердечником и возникает электромагнитное поле. При попадании в зону поля датчика металла в нем образуются вихревые токи, создается встречный магнитный поток, который гасит колебания поля сенсора и амплитуда колебаний генератора уменьшается. Выпрямив напряжение диодным мостом, можно выработать аналоговый сигнал, который будет меняться в зависимости от расстояния до чувствительного материала. Размах сигнала может быть подогнан с помощью операционного усилителя. Каждая из трех пар катушек работает на разной частоте генератора. Одна из трех пар работает на частоте 120 кГц, другая на 16 кГц, третья на 60 те же частоты можно увидеть с обратной стороны на противоположных катушках. Открывая крышку монета-приемника можно раздвинуть катушки друг относительно друга. На 16 кГц со стороны крышки при ее открытии ничего не меняется. На остальных двух изменяется частота и немного амплитуда. На стороне платы катушки с частотами генератора около 120 и 60 кГц ведут себя также. Меняется частота и немного амплитуда. По-другому ведут себя 16 кГц. Амплитуда сильно падает. Это можно объяснить. Две катушки работают в паре по принципу работы трансформатора. Генератор синусоидального напряжения подключен только к одной из катушек, с другой катушки снимается напряжение. При внесении металлической линейки в чувствительную зону датчиков со стороны крышки генератор 16 кГц амплитуда не меняется. 60 кГц амплитуда заметно падает и 120 кГц амплитуда заметно падает. Из этого можно сделать вывод, что генератор 16 кГц подключается напрямую к катушке, а не через сопротивление, с которого и снимается напряжение в приведенной схеме индуктивного датчика. Сторона платы 120 кГц амплитуда падает с 1,8 В до 0,9 16 кГц амплитуда падает практически до нуля. 60 кГц с 2,2 вольта падает наполовину. Что мы имеем? Четыре катушки работают раздельно, как обычный индуктивный датчик. Другие две работают в паре по принципу работы трансформатора. Одна катушка передает свою энергию другой. Есть программное обеспечение, которое позволяет проводить перепрошивку, калибровку, настройку и диагностику монетоприемника. В качестве диагностики можно проверить работу каждого из каналов монетоприемника и срабатывание электромагнита. Есть возможность отображения последней принятой монеты. Можно получить значение со всех сенсоров, опуская монеты в монетоприемник. Значения могут быть в районе от 0 до 255. Скорее всего, для обработки индуктивных сенсоров задействованы 8-битные АЦП. Построение самодельного индуктивного датчика выходит за рамки данного видеоурока. Надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии и делитесь этим видео. Всем пока!